Всех приветствую, очередная посылка из Китая. Заказывал вот такой детектор труб. Я буду его использовать для электропроводки, трубы для электропроводки. Вот такого типа. Есть вот такие трубы электропроводки. Есть такие. И есть вот такие зеленые, черные, белые. Они вот ставятся в стенах, проходят. И вот здесь для того, чтобы посмотреть, куда проходит, скажем, электропроводка, да, вот в стене, можно использовать детектор скрытой проводки, как мы знаем, и можно использовать вот такой вот детектор труб. Можно с помощью него найти, где забита труба или еще что-то, то есть место, где забитая труба или еще что-то. И можно посмотреть, где проходит вообще канализационная труба или где проходит электропроводка. В моем случае я буду смотреть, где проходит проводка. Ладно, давайте распакуем уже. Заказывал фирмы Neuffa, по-моему, вот так называется. Кстати, быстрая распаковка можете увидеть у меня на шорт на канале, то есть шорт видео. Да, там я именно распаковываю его. Здесь я уже как бы буду более-менее делать тест, обзор такой. Вот она идет такой вот коробочкой. Ну, не коробочки, сумочки. Точнее, вот такая сумочка. Сумочки. Что у нас идет? Вот такой кабель. Я заказывал 30-метровый. Значит, на камеру видно. 30 метров кабель. Модели. Модель 5130 от фирмы Neuffa. Почему заказал этой фирмы? Потому что, ну, много хвалят ее, и у нее очень большой рейтинг на AliExpress, то есть очень большой, там несколько сотен заказов, и там 4,9 из 5 рейтинг. И я думаю, ну, давай закажу, потому что у меня уже детектор скрытой проводки тоже этой фирмы. Работаю недолго с ним, но он проявляет себя в хорошую сторону. Поэтому решил за такой тоже заказать, 30-метровый. Давайте посмотрим, что идет еще внутри. Внутри вот такой вот кабелеискатель, детектор. То есть это трансмиттер, это ресивер, по-моему. Так, это целлофаны. И все вот то, что идет внутри. Внутри есть кабель USB зарядки. Инструкция. Инструкция на русском языке. То есть все расписано досконально вместе с рисунками. То есть очень все интуитивно понятно. Я уже смотрел. Вот. Это сертификат. Это наушники. Это уже кабель зарядки, я говорил. И здесь, по-моему, такие вот замена. То есть вот можно менять вот эти головки детекторные. Вот такие. Вот. То есть положили здесь термоусадку, вот детекторы. Вот. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Кстати, он весь на батареях, да. И я поначалу думал, что здесь такая батарея 2А или 3А. Нет, здесь вот такая литий-ионная батарея. И он заряжается вот отсюда. И здесь то же самое. Если мы так приглядимся, я сначала не заметил. Здесь вот это поднимается, кожух такой резиновый. И здесь можно заряжать. То есть две вот эти части, и трансивер, и сам ресивер. Вот ресивер написано. Сам ресивер и трансмиттер, они заряжаются. То есть батарейка заряжается. Давайте посмотрим, как он работает. Сейчас мы вытащим чуть-чуть. Включим. Включается, загорается здесь светодиод. Здесь включается, поворачиваем вот тут правую сторону. Давайте сделаем на минимум. То есть на камеру слышно. Давайте поставим, скажем, на максимум. То есть в пределах 30 сантиметров, даже больше. Давайте измерим, сколько она примерно, когда он начинает ловить. Давайте поставим вот на расстояние.
на максимальное поставим, да, и посмотрим, на каком расстоянии. Вот здесь он начинает его ловить уже. 28 сантиметров. То есть расстояние сигнал ловится на расстоянии 28 примерно сантиметров. 28-30 сантиметров. Я не знаю, как он будет через стену, да, потому что через стену он может быть, как бы у него еще помехи. Там еще плюс-минус сантиметров 5-6, да. Но я думаю, что если на глубине 20 сантиметров, то я думаю, что не должна быть проблема. Так, приступим. Возьмем вот такую трубку. Сейчас я засуну внутрь, и мы посмотрим, как он ищет. Сделал так на более не менее на минимум. Давайте поставим. Отходим, сигнал меньше становится. Вот где-то здесь, в этом районе. Сделаем чуть-чуть меньше сигнал, чтобы можно было точно место определить. Опа-на, вот здесь. Отходим меньше. Проходим. Вот оно. Вот его место. Давайте прогоним еще чуть-чуть. Еще раз прохожусь. Я протолкнул дальше его, чтобы увидеть точное место. Я его именно сделал вот на выходе, на изгибе. Вот он. Вот прям здесь. Давайте посмотрим. Вот оно. Вот детектор. Показывает достаточно точно. Ну вот. В принципе, вот такой вот небольшой обзор и небольшой тест неплохого такого оборудования, с помощью которого можно искать трубы и трубопроводы, или вот такие вот электропроводку. Вот. Ссылку на покупку оставлю в описании, внизу под видео. Кому нужно, ребята, переходите, покупайте, заказывайте. Кому не нужно, не тратьте деньги зря. Всем всего доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.